Лето – именно тот случай, когда можно совместить приятное с полезным, отдохнуть и получить новые знания, проявить себя в разных направлениях деятельности. Этим шансом решили воспользоваться несколько сотен молодых ульяновцев, а в достижении цели им поможет большое количество летних форумов. Таврида, Иволга, территория смыслов на Клязьме и не только. Все эти площадки всероссийского и международного уровня готовы принять ульяновских активистов. Традиционно три самых главных форума, которые проходят для нас, это Иволга, самый ближний к нам, который традиционно проходит в июне в Самарской области на Мастрюковских озерах, и в этом году это 5-й юбилейный форум. И мы, конечно же, едем туда. Представлять наш регион в Самарскую область уехало 85 делегатов, 10 тренинговых смен охватят целый ряд тем, начиная с инноваций и технического творчества и заканчивая историей и спортом. Между всеми сменами прослеживается единая линия – это охрана окружающей среды. Мы проделали большую работу по выявлению проектов, да, по вовлечению молодежи в проектную деятельность. Ведь Иволга дает возможность ребятам не только проявить себя, обучиться, пройти определенную тренинговую компанию, но и также представить свои проекты и зарегистрировать. Один из проектов, который будет представлен на суд экспертов, уже успели оценить обычные жители. Проект под названием «Знай и помни» – это своеобразный мини-квест, где любой желающий может узнать о судьбе нашего региона в период Великой Отечественной войны, послушать о героях того времени и даже научиться оказывать первую медицинскую помощь. Хотелось бы рассказать, что можно как раз не только проводить именно всероссийские квесты наподобие Сталинградской битвы или там Берлинская операция, а именно прежде всего связано что-то с региональным аспектом. Тем более у нас сейчас актуально это проводить такую политику, как региональная идентичность. Мы хотим тоже данное поддержать инициативу губернатора Сергея Ивановича Морозова, чтобы именно все-таки затронуть данные аспекты. Итоги форума будут подведены 24 июня. Дальше ульяновские делегации направятся на другие форумные площадки страны. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.